Вышло, вышло долгожданное дополнение. Дождал. Я целых 3 месяца ждал. С сентября месяца, как вот после Ростова закрыл. Ростовскую область закрыл. Это просто охуетительная игра, понимаете? Извиняюсь за выражение. Ну, реально офигенная. Сегодня у нас Америка. Американ. У нас был до этого Амур, потом Ростов. Сейчас американский штат. Давайте посмотрим. Да. И у нас на старте гаражане будет. Гаражане будет у нас. У нас не будет гаража. Не будет ни топлива, и ремонтных всяких там комплектов. То есть мы играем по дефолту. То есть у нас усложняется этот хардкор. Вот. С каждым дополнением, заметьте, второго сезона у нас это все сложнее и сложнее. То есть парни стараются. Вот. Надеюсь, с оптимизацией они сделали куда было проще, чем было, допустим, саму. Оптимизация была хуёвая на Амуре. Да-да-да, что-то было такое. Вот. Ну что, погнали. Сейчас у нас что у нас? Разведка. Разведывательная хуйня. Берем нашу эту фуру КамАЗ. Вот, ее берем. И... Так, модификация отсутствует. Ну, давайте посмотрим модификации, какие у нас отсутствуют. Серьезно? Так, они код требуют. Сейчас я код. Где моя лупа? Q593 добро пожаловать в сообщество будет Снофан. Какие там модификации? Все. Просто модификации забыли закрыты. Видимо, с каждым патчем не этот модификации. Ну, авторизацию уже закрывают, походу. Видимо, надо авто. Так, ну у нас здесь пока дон. Да, ну мы. Я же сказал, мы берем этот нашу фуру КамАЗ и поехали. Я там не помню, на Ф как называется штат. Сейчас все увидим, сейчас все посмотрим. Это там по справа стоит. Кстати, пиздатые машинки. Видите, 3 машины. Вот эти вот там, кроме трактора. Это охуенно транспорт. Так, мне нужен. Где он? О, музыка прикольная. Нет, это нам не надо. Длинная база. Что у нас там? Длинная база. Это у нас лесовоз получается, да? Фига, ты припарковался? Нет, мне не такой нужен. Да, это не самый. Надеюсь, не сбились эти билды вся это. Но билды это такое. Ну, не осталось, да. Так, у нас там если снег, я не знаю, что там. Так, на стоянку, карта мира. Мэн, штат Мэн. Что там пишут у нас? Штат Мэн известен своими высотами и красивой природой. Когда в период половодья неожиданно ударил мороз, одна из центральных рек вышла из берегов. Теперь помимо обледеневших гор, на голову местных жителей свалился еще и настоящий потоп. Но и это еще не все. В регионе практически полностью отсутствует полноценный гараж и, как я сказал, парни, здорово, друзья, вот, и из чего развитие инфраструктуры придется начинать с крайне ограничительных условий. Однако это не останавливает планы местной деревообладающей компании по постройке новой лесопилки.
Два у нас региона, Гнезина и национальный парк Йоурок. Йоурок, ну это чисто по-американски. Так, там у нас какой-то тайгу же дали, да, нам тайгу, не тайгу, как она правильно там называется, я забыл, Крас, что-то такое. Вот такой большой у нас вакейшн. Вот. Бах, это большущая карта, я бы сказал. Тут 3 на 3 где-то, может, где-то 4 на 4, где-то так. Так, гаража же у нас нету, да? Ух, камон. Камон, чел, 10.50 Ti твоя карта. 10.50 Ti. Функции гаража. Некоторые функции гаража заблокированы. Места в гараже. Выполните расчистку гаража. Тюнинг. Выполните восстановление тюнинга ателье. Магазин грузовиков. Выполните строительство магазина грузовиков. Заправка и ремонт. Выполните постройку ремонтного бокса. Это у нас эти... не пользующие машины. Не пользующие. Так, ой, не надо ничего заправлять. Запустим машину нашу. Новички. Зона для бытовки. О, начинается. Только не бытовки, пожалуйста. Начнем с гаража. А, у нас разведка карты. Хорошо, идем сюда, едем сюда, 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 потом сюда. И, соответственно, сюда. Ну, у нас, как я вернее делаю, я сначала разведаю карту, соответственно, собираю побочки, как было на Амуре, потому что на Амуре это был полный трэш был. Вот. То дорога развалилась, так, в камнях вся, то мост разъебанный, полностью разрушен, извините за выражение, то еще какая-то фигня, то там ветки повалены, перекрыли путь, надо и то привезти. Сначала делаем побочные задания, потому что здесь геймплей составлен немножко по-другому. То есть, чтобы выполнить основной квест, допустим, Dusty Woodwork, допустим, да? Woodwork, блин. Вот, видите, его квестов прилично. Вот, чтобы хотя бы что-то выполнить, чтобы попасть в точку А и в точку Б, соответственно, там, допустим, эти... балки привести, надо выбрать маршрут, чтобы не так быстро он затруднял. Вот, такие дела. Вот. Что там еще у нас по факту остается? Ну ладно, поехали сейчас в разведку. По пути у нас какой-нибудь найдем мост, просто такого в сторонку берем и как-нибудь по другому пути будем. Цепчик немного не увидишь. Вот цистерна. Ну это плаваешь, что-то заправлять. Блин, красиво. Бежит, красиво. Так, у нас, что у нас? Выход справа. Да, выход справа. Давай, разворачивай. Блин, с каждой обновы все охуеннее и охуеннее. Ну это так оно и есть. Так, много машин буду... немного. Я там возьму, какие мне нужны будут, и все. Потому что я как-то взял как-то... А вот и мост, пожалуйста. Здравствуйте, вот вам мостик. То есть здесь нам не проехать. Соответственно... место здесь не будет. Хотя, здесь у нас передовые технологии, я могу как-нибудь наебать эту природу. Как-нибудь вот так выехать, к примеру. А, ну, в принципе, здесь можно здесь заехать, в принципе, да? Ну да, давай, сделаем так, по-простому. Господи, 3 месяца, это было долго, 3 месяца.
Ну, да, да, все правильно. Так как это не 20 и 30 минут, самые долгие процессы игры с точки А в точку Б. Разведка у нас оставит, я думаю, минут 40 хотя бы три вышки от пока. Так. Так, ну чё? Так, есть. Вижу, чай. Да, это супер. Наверное, скорее всего, тебе надо будет ставить машину на цепи, что ли. А, ну тут, посмотри, смотри, заезд здесь. Смотри, сейчас мы так проедем, здесь, наверное, какая-нибудь горочка будет. Поедем вот так. А здесь мы спустимся. Блин, надо на самый край ехать. Так, похватит. Камни. Наши изотряды противники. Ориентироваться, мне надо двигаться. Мы там не проедем. It's control way to go. Вон дорогу вижу, Макс, вон дорогу. Интересно, Андрей закрылся, там, блин, что-то долго. Я с людьми заиграю, а он все закрыл, короче, а он не может что-то. Он будет какого-то. Нет, он не с людьми заиграет, а там. Ну х.
хрен знает, ну, блядь, тут какая-нибудь хрень стоит. Мы ж не знаем. Вот так и было. Как говорится, как пока не узнаешь, пока не проверишь. Не проверишь, да. Как там проще туда заехать? У нас... А, с устанином. В принципе, да. Если ты хочешь изъебнуться, то... Да? О, я фриско мал. Жесткий, причем. Это бак. Так, ну, Макс, надо день. Блин, здесь по карте написано, что проехать можно. Кто-то наебывает. Либо карта, либо... Надо было, наверное, там проезжать. Никаких пока квестов нет. Просто разведка территории. Да. Вот что такое книжка. Дэвис Гоуд, son of a bitch! Так, он радуется. Нормально, нормально, езжай, езжай, езжай! Не, проверь, проверь, проверь. О, найс! Вот и все, ёпта! Вы боялись, парни. Ты с вами профессионал, ёпта. С релиза играю, я все знаю про эту игру. Брошенный гигант. Квест открылся. А, ну вот этот. Да, он самый. Это новый транспорт. Так, ну теперь надо как-то завал. Завал, да. Заправку надо. Ехать сюда вот. Сюда. Видно, да? Вот сюда. А что ж ты туда не поехал? Хотя метку ставь, километр ехать. Сюда ехать. Вот все эти. Вот тут у нас осталось три штуки. Три штуки. Две. Три. Надо всю инфраструктуру брать. Ну вот брошенный гигант надо взять. Сейчас видишь, сюда заедь. Завал возьми. Да. Потом эвакуируйся, а когда завал возьмешь, эвакуируйся. Поедем по другой стороне. Поедем по другой стороне. Здесь вот будем, вот так вот поедем. Чтобы нам время не терять. Заедем вот здесь. А! Давай сразу гиганту, вот сюда, гиганту. Берешь квест. Потом тэпаешься в гараж. Можно открыться, да. Потом сюда.
сюда. Сразу мне. Ну, там посмотрим заодно. Потом туда, проверим, что там у нас. Сюда. И пока, наверное, сегодня все. Как проще нам сделать там? Как выйти? Тебе тропинка, Макс. Надо заезжать. Ну, я, Макс, не чулю. Ой, блин. 11 урона подвинуть. Как ты можешь? Это что, камень? Да. Так решил съездить, да? Ну да. Магазин прицепов интересно. Где? О! Фак! Нам надо 2 металлических балок. А, ну в контейнере выпилось. Здесь по-другому же все. Фонарик было на них. Да, балки нужно было. Come on, bitches, everybody. Так, что у нас дальше-то? Когда фоткаешься, хотя бы выше пиши. Дальше ехать на вышку. Ехать по шоссе, дальше. А, фоторежим же есть! Fucking shitty bitches! Точно, я забыл. Это значит, это засунулся. Так, ты что-то
четко видно. Я и забыл, что фоторежим есть. Давно пора, ёб твою мать. Сколько игре? Игре уже год с небольшим, блядь. Ну да. Давно пора. Не знаю, надо было делать ее изначально. Вот как игра вышла, сделать ее изначально. А, вот они завалы-то. Я-то я думал, где. Приехали. Ладно. Нахуя ты это сделал? Нахуй ты эти настройки эти брал, блядь. Ладно, оставь, наверное, так. Чё надо, блядь? Так, а как убрать интерфейс, я уже не помню. Ой, блядь. Я про то, что шин. Эта машина везде проедет, парни. Ну что вы такое? Надо просто на него билд нормально собирать и все. Ребёточке помогаешь? Ребёточке здесь 40 метров стоит. Если что-то не увидит, то лучше так. Помогаешь. Она где застрянет? Сегодня только вышка, парни. Вест уже прям завтра. Сейчас только идет подготовка. Нахуй ему стимля? Вот нахуя? Я забегу, отдал 2400. Я право премию поставил.
Еще 1000 сверху заплатил за русский. И нахуй я буду переплачивать. Пускай делают КБС, договариваются с этим ебанутым звуком. Не, наоборот. Пускай типы договариваются вместе с ебанутым КБНом, чтобы те, кто покупал в ЕГС, автоматически возвращалось в СИ. Вот и все. Понапридумывают хуйни всякие, блин. Лишняя перехватка на хуя ваш, наш кошелек. Кончается. Запчасти для машин только коней бесконечные. Бетонные доски, бетонная плита, расходники и блоки. Парк машинки. Там переправа какая-то. Мне туда надо. А вот и мост. Ой, где мы должны можем было проехать. Ладно. Ничего не видим. Я цепанул. Зачем мы не мешаться? Ты настроил помолчу. Да. Спасибо.
Ага, сама получается, да? Вот молодцы! Вот, блядь, красавцы, блядь. Батарейка включается, наверное. Видно, что разработчики стараются. Дайте автограф, пожалуйста. Распишите мне здесь на углу. Что надо? Кому что надо? Молодцы! Стараются, парни. Вот, молодцы, реально молодцы. Вот они реально стараются. Похвально. Реально, боже, похвально. Разработчики похвально. Шериф или что там? А, поселение какое-то здесь. А маяк получается, что ли? Вышка маяк? На дуре. Заказ на все деньги. Небольшой груз. Это прицеп. О, а вот и цистерна. Ага. Небольшой заказ. Пирс. Вот тут, смотри, габаритный груз. Контейнер, бетонный блокинг. Портовые гонки. Переходный такой мистер, да, проблема реставратора. О, смотри, здесь какой-то бункер, смотри. Ага. Что там делаешь? Ну и сейчас здесь просто, здесь выезжаешь сейчас и вдоль города и туда. Что там по времени? Ладно, здесь останавливаемся, будет вторая часть. Вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот так. Хотя смысл, говорю, вы все равно не подпишетесь. Ладно, я ушел. Спасибо за просмотр. Ну, продолжать сейчас будем. Да. Все.